Всем привет, меня зовут Павел Наумов, вы находитесь на моем канале. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. А мы погнали тренить. Несмотря на то, что даже у меня снялась маска, я никогда не останавливаюсь и продолжаю идти вперед и выполнять любое упражнение. Спасибо вам. Вот такое данное, друзья, упражнение. Мы выполняем на грудь. Сразу прокачивая и верхнюю часть груди, и тем самым делая разводку на грудь. Достаточно, так я вам скажу, сложное упражнение. Ну. Очень эффективно. Терпи, делай. Вот. Ну что ты скажешь? Они не крутятся, тяжело. Ну понятно, да, они вообще не крутятся. Понимаешь, ты еще их давишь весом своим. Даже не дело не в том, что не крутится, когда ты на локте стоишь, не выпрыгнуть никак. Тяжело ноги поднять. А, ты про этот момент? Тоже, да, тяжело. Ну, конечно, тяжело. Мы не делаем легкие упражнения, не показываем публике. Вторым данным упражнением мы добиваем первое упражнение. Смотрите, как это сейчас будет выглядеть. Что-то смотри, психанул? Да не психанул, просто она уже отклеивается сзади, видите, поэтому она расклеивается и падает, мешает, короче. Но я тебе скажу, если делать сразу два упражнения в одном, грудь начинает гореть. Делай. Ты без всего делаешь, тебе должно быть легче намного. Еще по разу. Хорош, давай отжимания. 12 раз. На другую тоже смотри, а то расти не будет. Yeah.
Какие твои ощущения? Кайфово идет, какие ощущения? Следующее наше данное упражнение тоже на грудь. Честно говоря, я его никогда до этого раньше не выполнял. Оно просто пришло сейчас спонтанно. Не знаю, попробую его реализовать. Получится, получится. Сейчас посмотрим. Вообще не надо. Сейчас чисто так. Пол пришло. Думаю, надо Ну эффективно, эффективно. Эффективно, знаешь, как и на функционалку, так и на... Ну она больше на функционалку идет, да? Ну я не сказал бы так. На все хорошо. По два раза с каждой стороны. По два? Да. Перешел с этой стороны два раза. Терпи, делай. Делай, не стой. Не отпрыгнуть никак, лопух не сделать. Забились руки. Ну хотя это всего лишь только третье упражнение. Третья? Третья. 15 минут не прошло, уже третье упражнение. Ну теперь объясни, какое у нас будет дальше упражнение? Ну, следующее упражнение. Отжимание с гантелями. Переставляй. Ну, сейчас, в принципе. Ну, давай. То есть мы уже неоднократно раньше для этого делали. Ну, тоже такое эффективное упражнение. Эффективное упражнение. Ну, плюс еще с дополнительным весом. Руки, в принципе, быстро забиваете. И так как это уже четвертое упражнение, а мы делаем каждое упражнение по 5 повторений, по 5 кругов. Поэтому довольно-таки эффективно. И чувствуете, что грудь уже начала забиваться, болит. Только наискось переставляй. И в конце простыми отжиманиями добивай. Давай, давай, делай, делай. На другую руку тоже смотри. Вот. Тяжеловато. Но я же надеюсь, это не будет. У нас одни отжимания будет еще что-то. Конечно. Интересно, да? Конечно. После всех наших выполненных упражнений на грудь, когда уже грудь забилась, она горит,
обязательно растягиваем мышцы груди вот так вот. No comment. Ну, Денис пока поставит вес поменьше. Это еще пройдет минуты 2-3. Вот. Музыка моя играет сейчас. Делай, делай, делай. Терпи. Очень эффективно, друзья, упражнение. После того, когда грудь забилась, и мы тянем мышцы груди. Давай на отжимание пошел сразу. Делай, делай, делай. Еще 5 раз. Без остановки делай. Ну, поделись своими ощущениями. Куда мне вообще решил сегодня? Доконать просто. Ну, конечно. После всех наших выполненных упражнений на грудь, когда уже грудь забилась, она горит, обязательно растягиваем мышцы груди вот так вот. No comment. Ну, Денис пока поставит вес поменьше. Это еще пройдет минуты 2-3. Вот. Музыка моя играет сейчас. Делай, делай, делай. Терпи. Очень эффективно, друзья, упражнение. После того, когда грудь забилась, и мы тянем мышцы груди. Давай на отжимание пошел сразу. Делай, делай, делай. Еще 5 раз. Без остановки делай. Ну, поделись своими ощущениями. Куда мне вообще решил сегодня? Доконать просто. Ну, конечно. Следующее наше последнее упражнение уже на грудь, после чего мы перейдем на трицепс. На самом деле, кто думает, что это упражнение маску, на самом деле это не так. Если правильно его выполнять, то очень хорошо прокачивается грудь именно вот, вот эти места. Сейчас я покажу, когда упражнение выполняется. Просто она тянется на животу, а как можно выше подбородка и стараться больше тянуть не спиной руками, а чисто грудью. Вот получается мы выполняем спину, да, осанку, так скажем. И вот тянем, и вот таким образом стараемся тянуть именно грудью.
прорабатывай именно грудь. Никуда не спеша, понял? Не делаешь так, не так, а именно поднял, позафиксировал, пропустил. Поднял, пропустил. Прорабатывая каждую мышцу? Ну то, что каждую мышцу, но в основном ты прорабатываешь. Ну в основном прорабатывается. Каждая. Это упражнение очень эффективно на подъем и подчеркивание груди. На самом деле, когда поднимаешь, именно вот так вот эти места груди прокачиваются. Основа. Очень даже эффективно горит. Понял, как делать? Вот. Руки до конца. И фиксирую тоже в конце. Старайся именно давить и выжимать грудью. Вот. Отлично. Вот, хорошо. В конце ее тоже так выжимай до конца. Вот. Хорошо. Вот вы можете видеть, как прорабатывается грудь. Вот данные ее очертания сверху и вот сбоку. Нет. Если мало веса, по 30 раз 5 подходов, думаю, как это еще. Кто по каким-либо причинам не может тренироваться в зале, а тренируется дома, я покажу, как делать правильное отжимание именно на грудь. Вот смотри, как я тебе только что объяснил. Когда ты вот отжимаешься вот таким образом, да, ты прогинаешь спину вниз, вот так, и здесь ты, ну, включаешь больше руки, а именно трицепс, понимаешь? А здесь, получается, не нужно смотреть именно на правильность, да? Чем выше ты забираешь, так скажем, пятую точку, ты начинаешь отжиматься, и это включает уже полноценно, но грудь. Вот. Таким образом. Ты вот таким под наклоном прокачиваешь уже саму грудь, а не трапецию руки, понимаешь? Ты чисто уже толкаешь именно грудью. Ну, понятно. Вот такой вот лайфхак от Павла Наума. Лайфхак для домашнего планктона. Да, тренируйтесь, используйте, и все будет у вас офигенно. Друзья, надеюсь, вам понравилось наше видео. Мы продолжаем идти дальше тренироваться. А вы поддержите наш видеоролик лайком. И сегодня вот такая у нас получилась тренировка грудных мышц. И если вас интересует именно прокачка какой-либо отдельной, так сказать, группы мышц, вы пишите свои пожелания в комментариях. Мы обязательно разнообразим вашу тренировку и заснимем что-то такое, скажем, нестандартное, эффективно, специально для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Павел Наумов. До скорых встреч.